после аккредитации я тебе покажу, куда. Ну, хотя я, в принципе, не знаю, но там депресса сидит. Ага. И мне туда сесть, да? Ну, там, и мне да. надо это снять, то, что вы будете фристайлить, да? А, вообще круто! Слушай, да. это круто. А меня туда пустят, да? Сейчас договоримся. Сейчас нас договоримся. Просто мы опаздываем, сука. Сейчас договоримся, окей. Да. Короче, я буду сидеть первый тайм, да, и когда будет перерыв. Да, в перерыве мы выступаем. У нас будет два номера. Один с девочками, а другой, короче, соль. Все. Ну, короче, отлично. Здрасте, мы выступаем, будем фристайлеры и оператор со мной. Заходи. Заходим. Да. Опоздали немного. Спасибо. А, парень? Да. А? Сумки. Дай мне камеру пока. Блин, нас только что мусора шмонали, да? Да, причем они лезли, понял, короче, ко мне в этот, в рюкзак. Не, чувак, давайте. Здрасте. Опять идет? Да, есть полностью. Ну, я вот модный. О, мне надо потом это, сейчас. Всем привет. Я Олег, и я получил аккредитацию. Ау. Конченый, просто нереально конченый, отвечаю. Лох. Мне как-то неуютно. Вот, короче, вот тут футболисты выходят. Да? Здесь, наверное, сидит сейчас с Олимпика. Ребята где-то... Так, с пресса. Не, подожди. Пресса. Я тебя приметил, малышка. У меня неважная стрижка. Анекдот хочу рассказать вам, но не знаю какой. Я не знаю. Подскажите мне, пожалуйста, как называются жители города Пензы? Как их называют? Научился уже. Но есть варианты, как пензяне. Пенздюки. Варианты, давай. Ну какие варианты? Варианты, что я тебе добавлю в ЧС нашей группы. Смысле мячи не будем брать? Ну, я тебе. Не. Ну что, мы побежали? Походу? Не, подожди. Удачи. Кать. Погнали, да? Блядь, ну холодно. Пацаны, блин, мы на Днепр-арене сейчас. In
спасибо. Я тупо перед твоей камерой лег, короче, и сол березку продержал. Кинешь мне скрин, я скрин. Хорошо, хорошо. Ну, сейчас... Короче, понял? Ну, это хана. Стою я такой, думаю, ну, надо сейчас снимать, понял? Ну. А вы же уже убежали. Залез на этот, там перила были, я на перила залез, и там, короче, как-то, не знаю, как-то встал вот так. Тебя хана не вывела? Нет. Плохо. Нет, нормально. О, отличненько, отличненько. Нет, так отличненько, дальше смотри, вы убегаете вообще к тем ребятам. Ну, что это, я побежал, то есть? А деньги? А вы деньги даете? И, короче, спасибо тебе большое, а. Олег. Пожалуйста, Олег. Меня зовут Олег, и я... И у нас фанаты появились, реально. Реально крутые пацаны. Все, теперь мы будем делать селфи. Угу. Еще один фанат. Давай втроем, давай еще. Да, мы, короче, я сам фанат, если честно. Да? Да. Я, короче, такой, что-то выхожу и думаю, а почему бы не встать на березку, не показать соло фан-сектору? Такой, да, ложусь, короче, ставлю себя на сол, короче, делаю березку нормально, на соли держу, понял, короче. В итоге вообще всем насрать. Ладно, ты что скажешь? Нет, прикольное выступление, мне понравилось. Без дропов, по-моему, у меня даже было. Ну, там на видео посмотрим. Бля, нет, только нет. Вы слышите это, да? Илья, что скажешь по этому поводу? Илья, где ты? Илья, что скажешь по этому поводу? Ага. Влад, а ты? Я промолчал. Ты промолчал, да? Секунде, чего? Просто нереально. На последней нереально секунде. Матч, реально, у меня, я нервник катает, я голос сорвал, ребята. Я тоже. Ну, это не конец. А Маркевич все равно, блядь. На говне, понял, пацан? Какой Маркевич? Можно в команду. Итак, ребята, сегодняшний влог подходит к концу, день тоже у нас подходит к концу. Днепр выиграл, выиграл в очень сложном матче, было тяжело, Зазуля красава просто. Не зря он мне руку пожал, реально, респект большой Зазуле. Надеемся, что Днепр будет побеждать дальше. Ну-ну-ну. И хотелось спасибо большое сказать, что вы нас смотрите, поддерживаете. Ваши лайки, ваши комментарии будут очень интересны. Что вы хотите увидеть, что вам интересно, чего побольше. Если вам нравится, вы лайкайте. Не нравится, до свидания, сказал. Если вам нравится вот этот молодой человек, если вам нравятся шутки КВН, и вы знаете, кто такой Задорнов, нет, это как его, креативный бицепс, лучше так. Подписывайтесь, да, на канал, если вам нравятся шутки. Я, пожалуй... Это то, что ты хотел сказать, пацан, да? Слышишь, ты, пацан, все, ребят, я отпишусь, я отпишусь. Готово? Угу.